муниципального образования, Кингисеппский муниципальный район, Гешели Виктора Эвальдовича. Мы приветствуем заместителя главы по социальным вопросам Шлемову Светлану Ивановну. Мы приветствуем председателя комитета по образованию Свиридову Светлану Геннадьевну. Председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике Соснина Александра Владимировича. Мы приветствуем на нашем празднике генерального директора ООО «Питерспортстрой» Подлобушникова Юрия Владимировича. Накануне дня рождения гимназии мы с вами получили замечательный подарок. Спортивный комплекс открываем. Всей радостный для всех нас час. Мы спортом дух и тело укрепляем. Спорт полнит силой каждого из нас. Мы начинаем торжественную церемонию открытия спортивного комплекса Кингисеппской гимназии. Дорогие наши ребята, ученики гимназии, уважаемый коллектив 7-й гимназии, 7-й школы, дорогие, уважаемые родители, кингисеппцы, гости нашего города, которые здесь есть, сегодня у нас на самом деле праздничный и радостный день. Радостно на душе. Даже погода сегодня нам подыгрывает, и практически летний день. Очень приятно, что мы сдержали обещание, которое ранее давали, что этому стадиону здесь быть. В первую очередь хотелось бы поблагодарить нашего губернатора Дрозденко Александра Юрьевича, который именно по своей инициативе создал такую программу в Ленинградской области, и мы теперь совместно, при совместном финансировании, можем реализовывать такие проекты. Это не первая площадка, которую мы открыли в Кингисеппском районе. Их уже несколько. И мы видим уже плоды и результаты этих вложений. Мы понимаем, что старшеклассникам, наверное, сегодня немножко обиднее, что они не так много лет воспользуются еще этим стадионом, но зато первоклассники и младшие классы в полную силу будут здесь заниматься. Мы понимаем, что эти вложения в детей. Дети будут заниматься спортом, они будут более увлечены, заняты. Родители будут спокойнее за своих детишек, потому что они занимаются на таких комфортных, безопасных стадионах, и вы можете и в школьное время заниматься физкультурой, и, наверное, после школы побегать и потренироваться здесь со сверстниками. Мы, взрослые, рады, что в Кингисеппе и вообще в Ленинградской области, это тенденция уже последних 3 лет, спорт очень серьезно развивается. Я благодарен всем спортсменам, всем тренерам, пользуясь случаем открытой этой площадки, которые в Кингисеппе воспитывают наше подрастающее поколение во всех видах спорта. Мы практически в этом году завершим реконструкцию и строительство ФОКа на улице Воровского. ФОК откроет свои двери для многих взрослых и детей в том числе. И, естественно, я не могу не сказать, буквально через несколько недель приступаем к строительству плавательного бассейна в Ивангороде. С праздником, дорогие дети! Дорогие ребята, участники праздника, я прошу вас поприветствовать почетную гостью. Сегодня на нашем празднике присутствует заместитель главы города Кингисеппа, почетный гражданин нашего города, Рождественская Ванда Числавовна. Дорогие ребята, сегодня у нас с вами хорошее настроение. Сегодня у нас с вами праздник. Сегодня у нас день исполнения нашей мечты, которую мы долго-долго претворяли. Дорогие ребята, я хочу в вашем присутствии, в присутствии учителей и родителей, гостей, поблагодарить за ту заботу и внимание системы образования Кингисеппского района и особенно нашей с вами дорогой гимназии, лучшей школы для нас, самые счастливые школы для нас, для всех. Мы подготовили небольшую благодарность
Хотим попросить вас вручить эту благодарность уважаемому Александру Юрьевичу. Уважаемый Александр Юрьевич, администрация, педагогический коллектив, родители и ученики Кингисеппской гимназии выражают искреннюю благодарность и огромную признательность за подарок ко дню рождения Кингисеппской гимназии, современный спортивный комплекс, который открывает новые возможности для физического развития молодого поколения и для дальнейшего совершенствования инновационной деятельности гимназии. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Благодаря вашей поддержке мы сможем и дальше воспитывать молодежь полную сил и устремлений к знаниям, спорту и творчеству. Я хочу обратиться ко всем участникам мероприятия, поддержать меня. И хочу выразить огромную благодарность компании «Питерспортстрой» и ее генеральному директору Юрию Владимировичу, проверенному, надежному партнеру, который в Кингисеппском районе построил уже не один такой объект. И если бы не такие вот золотые руки, которые есть в этом коллективе, не было бы таких объектов даже при изобильном финансировании. Почетное право перерезать красную ленточку предоставляется кандидату в мастера спорта по художественной гимнастике Сысоевой Екатерине и Бобрецову Ивану, победителю различных соревнований по гандболу, лучшему игроку 2015 года среди школьных команд Ленинградской области. И солнечный свет. Да здравствуют крепкие, здоровые дети! Да здравствует радость спортивных побед! Большое-большое вам спасибо! От имени всего ученического коллектива со словами благодарности гостям обращается Калашников Григорий. Дорогие друзья, сегодня сбылась наша мечта. Открылся новый современный спортивный комплекс. Мы благодарим всех, кто занимался строительством данного стадиона. Разрешите вручить вам благодарственное письмо. Спасибо, Юрий Владимирович. Как известно, движение – это жизнь. Пусть новый спортивный комплекс оживет и работает на укрепление здоровья, физической подготовки наших учеников. Интересные уроки, спортивные кружки, сдача норм ГТО – спортивные соревнования и праздники – все это будет будущим данного комплекса. Дорогие ребята, ну а мы с вами сегодня давайте все вместе нашим гостям, всем тем, кто принимал участие в строительстве спортивного комплекса, скажем вместе огромное спасибо! Будущее нашей огромной страны! Наши воздушные шары. Итак, загадываем желание, ребята. Ну что ж, летите, наши шары!
Пусть исполняется наше желание. Пусть вместе с нами радуются все жители нашего микрорайона. Чтобы наши дети жили вот так счастливо, и чтобы этот объект не был последним в городе Кингисеппе и в нашем районе, в воскресенье выборы. Придите, отдайте свой голос за правильного кандидата, и все будет хорошо.